Итак, приступаем к вязанию третьей схемы. Это у нас уже обвязка, кайма, 29 ряд. Для начала нам нужно соединительными петлями пробраться в 10 ячейку. Это для того, чтобы у нас раппорт каймы сохранился. Итак, считаем 10 ячейку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот сюда, в эту 10 ячейку, нам нужно пробраться соединительными петлями. Вот здесь я провязал ряд до конца и соединяюсь соединительной петлей. Все, теперь у нас 29 ряд. Мы соединительными петлями пробираемся в 10 ячейку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И вот она, следующая, десятая. И прямо в первый столбик, который был в арке, мы в него соединяемся соединительной петлей. Далее приступаем уже к началу 29 ряда. Выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид на крючок, и сюда же, в этот же столбик, в который мы соединились, мы провязываем еще 2 столбика с одним накидом. То есть мы в один столбик провязали 3 столбика с одним накидом. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В следующий столбик выполняем также 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Вот так у нас должно получаться. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаем следующий. Вот у нас здесь все наше волшебство связано. И после этого пропускаем вот эти 2 ячейки. 1, 2. И вот этот столбик сюда, в этот столбик без накида, соединяемся столбиком без накида. Вот, то есть две ячейки пропустили и в следующий столбик. Теперь накид на крючок. Сразу же в следующий, где у нас следующий столбик, ячейку пропускаем в следующий столбик, столбик без накида. В этот столбик вяжем 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. И еще раз 3 столбика с одним накидом сюда же, в этот же столбик. То есть получается, мы в один столбик провязали 6 столбиков. Теперь вот у нас здесь провязано, и вот в следующий столбик сюда, без накида который, в него соединяемся столбиком без накида. Теперь опять накид на крючок и та же самая комбинация в следующий столбик. То есть провязываем 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная. И еще раз 3 столбика с одним накидом сюда же, в этот же столбик. Далее, вот в следующий столбик, без накида который, соединяемся столбиком без накида. То есть вот наш раппорт. Ну нет, еще не хватает. 4 воздушные сейчас выполняем. 1, 2, 3, 4. Пропускаем следующие 2 ячейки. И в третьей ячейке, вот в эти столбики без накида, мы вяжем вот это, что мы вязали в самом начале. Накид. Пропускаем вот эти 2. И вот сюда, в этот столбик без накида,
вяжем 3 столбика с одним накидом. Пять воздушных, раз, два, три, четыре, пять, накид. В следующий столбик без накида выполняем также 3 столбика с одним накидом. Далее у нас уже раппорт повторяется, но я провяжу вместе с вами сразу до угла. Выполняем 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Пропускаем наши 2 ячейки. И вот в этот столбик соединяемся столбиком без накида. Далее накид на крючок. В следующий столбик, без накида который, выполняем 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная и еще раз 3 столбика с одним накидом. Сюда же, в этот же столбик. В следующий столбик соединяемся столбиком без накида. То есть ориентируемся на вот эти столбики с одним накидом. Так проще. Далее опять накид. Вот в следующий столбик выполняем также 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Одна воздушная и еще раз 3 столбика. Сюда же, раз, два, три. В следующий столбик соединяемся столбиком без накида. Далее у нас 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. По рисунку, так же как мы и здесь, вот, пропускаем 2 ячейки после вот этих двух штук. Мы здесь также пропускаем эти 2 ячейки. И в следующий столбик, в самый первый, который из 5 у нас, мы в него вяжем 3 столбика с одним накидом. Далее 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Пропускаем 1 и в средний, получается, в третий столбик вяжем также 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в самый последний, пятый столбик, то есть 1 пропускаем и в пятый выполняем также 3 столбика с одним накидом. Вот наш угол. Далее вяжем 4 воздушные петли. 3, 4. Переходим уже на другую сторону. Пропускаем также наши вот эти следующие 2 ячейки по рисунку. И вот в этот столбик мы соединяемся столбиком без накида. Далее накид. Следующий столбик выполняем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная и еще раз 3 столбика с одним накидом. Сюда же, в этот же столбик, соединяемся в следующий. Накид. В следующий выполняем также 3 столбика с одним накидом.
одна воздушная и еще раз три столбика с одним накидом сюда же. Далее в следующий столбик соединяемся столбиком без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 ячейки и в третью, вот сюда в столбик без накида, мы выполняем наши 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и в следующий столбик без накида также. 3 столбика с одним накидом. Далее 4 воздушные петли и так далее. Продолжаем вязать. Я думаю, в принципе, раппорт понятен. Сперва он, конечно, сложноват, но потом привыкаешь и все понятно. Если что, перемотайте видео до какого-нибудь момента или с самого начала и провяжите, либо сверяйтесь со схемой. По схеме я здесь немножечко изменил, конечно. Тут по схеме эти три столбика, они были провязаны в три соседних, если не ошибаюсь, если я правильно там увидел. Я сделал вот так. Но суть это не меняет. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я подхожу к завершению 29 ряда. Я выполнил последние вот эти наши две штуки, скажем так. И теперь, где вот у нас был самый первый столбик, вот воздушные петли подъема видны в предыдущих рядах, где мы начинали проходить соединительными петлями, я прям туда, в этот столбик, соединяюсь столбиком без накида. Вот так. Прям, может быть, я попал даже не в саму соединительную петлю, а в столбик на ряд ниже, но ничего страшного. Далее опять мы также по рисунку делаем 4 воздушные. И во вторую воздушную петлю подъема соединяемся соединительной петлей. Все. 29 ряд завершен. Приступаем к 30 ряду. Выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик, с одним накидом. Накид на крючок. Вокруг второго столбика из этих трех предыдущего ряда выполняем кластер. Рельефный лицевой. Что такое кластер? Это 2 столбика, ну или указанное количество столбиков. В нашем случае сейчас это 2 столбика с общим основанием и с общей вершиной. То есть выполняем сейчас рельефный лицевой столбик с одним накидом незавершенный. Вот, то есть сделали накид, вокруг второго столбика сделали незавершенный рельефный лицевой столбик с одним накидом. Еще раз накид и еще раз, еще один столбик сюда же, рельефный лицевой. Все, у нас 3 петли на крючке, теперь их все вместе провязываем. Все, наш кластер выполнен. Далее накид на крючок и в следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в следующую арку соединяемся столбиком без накида. Далее опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И выполняем такую же комбинацию вокруг следующей нашей группы из 3 столбиков. То есть в первый столбик мы вяжем обычный столбик с одним накидом. Вокруг второго столбика вяжем кластер, то есть 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом, с общим основанием, то есть вокруг одного столбика, и делаем им общую вершину. Вот, делаем накид. Вокруг столбика выполняем незавершенный столбик с одним накидом, еще раз накид и еще один столбик сюда же. 3 петли. Теперь их все вместе провязываем. Далее накид и вокруг в следующий столбик вяжем уже обычный столбик с одним накидом. То есть таким образом у нас здесь получается по бокам будет туда
впуклая, скажем так, а здесь будет выпуклая такая часть, то есть выпирающая, рельефная лицевая. Так, далее у нас 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. Вот, то есть, что у нас получается. Так, выполнили 4 воздушные. Теперь соединяемся столбиком без накида в нашу арку одной воздушной петли, которая была между вот этими вот у нас, где 6 столбиков. Вот тут между ними у нас одна воздушная. Сюда соединяемся столбиком без накида. Теперь делаем накид и вот эту такую же комбинацию из 6 столбиков вяжем вот в этот столбик без накида, который мы когда соединялись. Столбик с накидом. Еще 2 столбика сюда, то есть 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная также. И еще раз 3 столбика с одним накидом. Сюда же. И теперь в следующую арку одной воздушной петли соединяемся столбиком без накида. То есть вот что у нас получается. Далее 4 воздушные. Раз, два, три, четыре. И наш раппорт уже повторяется. То есть вокруг следующего столбика с одним накидом, точнее в него, мы вяжем обычный столбик. Далее накид. Вокруг среднего вяжем 2 рельефных лицевых с общей вершиной. Раз, два. Делаем общую вершину, накид, и в следующий столбик обычный столбик. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Соединяемся столбиком без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И опять столбик с одним накидом. 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом с общей вершиной вокруг следующего столбика. И столбик с одним накидом вокруг следующего. Но вязать тут уже особо нечего, поэтому провяжу с вами эту часть до угла. Сразу выполняем 4 воздушные. Соединяемся столбиком без накида в арку одной воздушной петли. Накид. В столбик без накида между вот этими штуками у нас, в него вяжем 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная и еще раз 3 столбика с одним накидом сюда же, в этот же столбик. Далее. Следующую арку одной воздушной петли соединяемся столбиком без накида. Выполняем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Здесь на углу также в первый столбик из 3 столбик с одним накидом. Во второй выполняем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом с общей вершиной. Накид. Вокруг, точнее, в следующий столбик. Столбик с одним накидом. Далее 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в арку. 1, 2, 3, 4. Следующий столбик. Столбик с одним накидом. Накид в средний. Вяжем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом с общей вершиной. Накид. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Далее опять 4 воздушные. Столбик без накида в следующую арку. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И вот мы уже развернулись. Следующий столбик с одним накидом вяжем столбик с одним накидом. Накид. Вокруг среднего столбика 2 рельефных лицевых и делаем им общую вершину.
и столбик с одним накидом в следующий столбик. Далее 4 воздушные. Ну и здесь уже все понятно. Предыдущий ряд был сложноватый, потому что нам нужно было все это разделить, скажем так. А здесь мы уже вяжем в эти штуки все. Тут уже все наглядно, в принципе, понятно. Вот я вам показываю. Вот наше начало. Четыре петли, 6 столбиков с одной воздушной петлей, 4. Везде у нас здесь по 4 воздушные. И вот наш угол. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 30 ряд до конца, выполнил последние 4 воздушные петли. И теперь во вторую воздушную петлю подъема я соединяюсь соединительной петлей. Вот так у нас получается. Далее приступаем к 31 ряду. Точно так же выполняем 2 воздушные петли подъема. Это как первый столбик наш с одним накидом. Далее накид на крючок. И вокруг вот этих двух столбиков с общей вершиной, вокруг кластера, мы выполняем то же самое. 2 вот этих же столбика с одним накидом рельефных, лицевых, незавершенных. То есть такой же кластер мы выполняем вокруг кластера. И у нас 3 петли на крючке. Их также вместе провязываем. Все, то есть у нас здесь будет вот так эти полоска выпуклая. Далее накид. И в следующий столбик также вяжем столбик с одним накидом. Затем у нас 2 воздушные петли. В следующую арку мы выполняем 2 столбика без накида, 1, 2, столбик без накида в следующий столбик и 2 столбика без накида в следующую арку, то есть мы выполнили 5 столбиков, 2, 1, 2. Все, далее у нас 2 воздушные петли и здесь у нас такая же комбинация, то есть столбик с одним накидом в следующий столбик, далее накид, 2 столбика с общей вершиной вокруг следующего кластера, то есть кластер вокруг кластера, 3 петли провязываем вместе, далее столбик в следующий столбик с одним накидом, далее у нас идет 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Выполняем столбик без накида в следующую арку одной воздушной петли вот здесь. Затем пико из 3 воздушных петель, 1, 2, 3. Выполнили 3 воздушные петли и в третью петлю от крючка делаем соединительную. Опять 3 воздушные, 1, 2, 3. Также в третью петлю от крючка соединительную. И третий раз. 1, 2, 3. Соединительная в третью петлю от крючка. То есть мы выполнили вот 3 пико подряд. И туда же, в эту же арку одной воздушной петли, выполняем столбик без накида. То есть вот что у нас получилось. Вот так. Далее 4 воздушные, здесь у нас уже раппорт будет повторяться, 1, 2, 3, 4. В следующий столбик выполняем столбик с одним накидом, вокруг следующего кластера выполняем кластер. Столбик, следующий столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные. 2 столбика в арку. Столбик в следующий столбик. 2 столбика в арку. 2 воздушные. Столбик в следующий столбик. 2 столбика с общей вершины вокруг кластера. То есть кластер вокруг кластера.
накид и столбик с одним накидом в следующий столбик. Далее 5 воздушных. Ёлки-палки, а я здесь сделал 4 воздушные. Ладно, это я потом перевяжу, ничего страшного. Везде здесь у нас по 5 воздушных. В этих местах. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяемся. Столбик без накида. 1, 2, 3. Пико. 1, 2, 3. Пико. 1, 2, 3. Пико. И столбик без накида сюда же. В эту же арку одной воздушной петли. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Сюда также выполняем столбик с одним накидом. Кластер вокруг кластера. Столбик с одним накидом в следующий столбик. Далее 2 воздушные, 2 столбика без накида в арку, столбик без накида в следующий столбик, 2 столбика в арку, 2 воздушные, столбик с одним накидом, кластер, столбик с одним накидом, 2 воздушные, 2 столбика без накида в арку, столбик без накида в столбик, 2 столбика в арку, 2 воздушные. Все, здесь мы уже развернулись. Столбик с одним накидом. Кластер. И столбик с одним накидом. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у нас уже будут пико. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть здесь у нас по 2 воздушные, в этих местах по 5. Я здесь ошибся, сделаю 4. Но думаю, ничего страшного. Может, даже перевязывать не буду. От одной воздушной петли ничего страшного не будет. Все. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, вот я провязал 31 ряд до конца. Выполнил последние 5 воздушных петель и соединительной петлей соединился во вторую воздушную петлю подъема. Теперь приступаем к 32 ряду. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид на крючок. И выполняем кластер вокруг кластера. То есть 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом с общей вершиной. Далее накид. И столбик с одним накидом вокруг следующего столбика. Затем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида в столбик без накида, который вот у нас в центре был. Не который были в арках, а вот посередине который. И здесь выполняем вот так же 3 пико. 1, 2, 3. Соединительная в третью петлю от крючка. 1, 2, 3. Соединительная. 1, 2, 3. Соединительная. И столбик без накида сюда же, в этот же столбик. Вот, то есть так же у нас получается. Далее опять 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Столбик с одним накидом в следующий столбик.
кластер вокруг кластера. Первый столбик незавершенный рельефный, лицевой, второй и 3 петли провязываем вместе. Накид, столбик с одним накидом в следующий столбик. Все, то есть вот что у нас получается здесь. Далее у нас в этом ряду остается здесь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И выполняем столбик без накида во второй пико. Далее опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь у нас уже раппорт повторяется. То есть здесь у нас все по-прежнему. Здесь по 5 воздушных петель. В центр соединяемся столбиками без накида. 3 пико. Здесь 5 воздушных петель. И в среднее пико соединяемся столбиком без накида. Провязываем самостоятельно до угла. Как будем вязать угол, я вернусь и покажу. Вот я довязал до угла. Выполнил уже вот эту первую нашу полоску. Здесь также 1, 2, 3, 4. Соединяемся в средний столбик без накида, выполняем 3 пико. 1, 2, 3. И столбик без накида сюда же. Далее 1, 2, 3, 4. Здесь выполняем следующий столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. Далее кластер вокруг следующего кластера. То есть пока у нас все точно так же. Затем накид и выполняем столбик с одним накидом не в следующий столбик, как мы обычно делаем, а в этот же кластер. Прямо в вершину кластера. Затем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Накид. И опять еще раз в вершину этого же кластера выполняем еще один столбик с одним накидом. Теперь накид и выполняем вокруг кластера второй кластер. То есть вокруг одного кластера мы провязали 2 кластера. Теперь накид и уже в последний столбик с одним накидом выполняем столбик с одним накидом. То есть мы здесь, вот у нас разделение пошло вот таким образом. Далее здесь уже по рисунку 1, 2, 3, 4 воздушные. В средний столбик без накида у нас идет столбик без накида, 3 пико. Раз, два, три. Ну, в принципе, я думаю, тут уже более-менее все понятно. В любом случае, подсматривайте в схему, если вдруг что. Далее 1, 2, 3, 4. И также здесь уже все по рисунку. Следующий столбик, столбик. Вокруг следующего кластера, кластер. Столбик в столбик. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И в среднее пико выполняем столбик без накида. Здесь тяжковато немножко, но ничего. 1, 2, 3, 4, 5. Все, вот что у нас получается. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал 32 ряд
до конца, выполнил последние 5 воздушных петель и соединился во вторую воздушную петлю подъема. Приступаем к 33-му ряду, выполняем 2 воздушные петли, как первый столбик с одним накидом. Здесь у нас все то же самое. Далее, вокруг следующего кластера выполняем также рельефно-лицевой кластер из 2 незавершенных рельефных лицевых столбиков с одним накидом и делаем им общую вершину. Далее опять накид на крючок, столбик с одним накидом в следующий столбик. Сейчас выполняем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И выполняем столбик, пропускаем вот это вот все, наши арки, наше пико, и сразу в следующий столбик, который у нас с одним накидом, в него выполняем также столбик с одним накидом, затем кластер вокруг следующего кластера. И столбик с одним накидом. Следующий столбик. Вот так у нас получается. Далее 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вяжем попкорн из 4 столбиков с одним накидом. То есть вот в эту арку сразу же. Ну, стараемся поближе взять, если что, потом подвинем к пико. Столбик с одним накидом. И еще один, и еще. Всего нам нужно 4 столбика с одним накидом провязать. Далее вытягиваем вот так петлю. Вставляем крючок в первый провязанный столбик. Цепляем нашу рабочую петлю и вытягиваем в этот столбик. Вот наш попкорн получился. Далее 2 воздушные петли и выполняем попкорн также уже под следующую арку. 4 столбика, то есть с одним накидом вяжем. Вот провязали 4 столбика, вытянули нить. Вставляем крючок в вершину первого столбика, цепляем нашу рабочую петлю и вытягиваем. Все, наш попкорн готов. Далее 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Далее уже тут этот ряд простой. Вяжем опять нашу вот эту комбинацию. Столбик, кластер, столбик. 11 петель. И так провязываем до угла. Как провязываем угол, я вам покажу. Вот. А здесь можете вот так немножечко подтянуть ближе к центру наш попкорн. Вот так получается. Все, вяжем так ряд, точнее до угла. Итак, вот я провязал до угла, выполнил вот эту нашу штуку, 11 воздушных петель. Теперь также в следующую вяжем столбик с одним накидом, кластер вокруг кластера. Столбик с одним накидом в следующий столбик. То есть вот здесь у нас получается. Далее вот в эту арку 4 воздушных петель, где мы делали в предыдущем ряду, выполняем сейчас 3 воздушные, 2, 3. Сюда вяжем попкорн также из 4 столбиков. Провязали 4 столбика с одним накидом и закрыли их в попкорн. Сюда опять выполняем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И еще один попкорн сюда же. Раз столбик. 2, 3, 4. Три воздушные. 1, 2, 3.
И здесь уже у нас столбик, кластер. И столбик. Далее 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну и здесь уже соединяемся, делаем вот эту нашу штуку. 4 воздушные попкорн, 2 воздушные попкорн, 4 воздушные. И так далее. Продолжаем вязать ряд до конца. А вот на углу у нас получается вот так. Все, вяжем ряд так до конца. Если это видео вдохновило вас, было интересным и полезным, я буду очень рад увидеть, что же у вас получилось. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом #вяжусдуду. Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и скриншоты ваших работ буду показывать в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Пишите свои комментарии, мне будет очень приятно почитать. Также подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, и присоединяйтесь ко мне в Instagram. А с вами был Эд, до скорого!